приветствую, друзья, и друзей, и коллег, и жюри. Очень рада видеть я. Книгу я вам открываю и себя в ней представляю. Живу я в России, и этим горда, а сердце мое заречное всегда. Поселок Сосновка родной для меня, но в Заречном живу и работаю я. Мои дети, мои крылья за спиной, мои дети, мои звезды над землей. Мои дети, мое счастье навсегда, мои дети, моя радость, жизнь моя. По секрету всем скажу, что со спортом я дружу. Мне дорога профессия и дорог детский сад. Здесь можно всех порадовать, и взрослых, и ребят. Чтобы научить детишек, порой учусь сама. Чтобы у девчонок и мальчишек жизнь интересная была. Мы радуемся вместе, когда идут дела. Вокруг так много интересного. Вы посмотрите-ка, друзья. Люблю я выступать, люблю играть, и петь, и танцевать. Я воспитатель, и этим горжусь, что вместе с детьми жить на свете учусь. Едим хорошо, спим крепко, гуляем долго, играем вместе. И весело все, как в сказке. Нарисуем, все отмоем. И ладошки ототрем, и рисунками своими. Полюбуемся потом. Вы на доску посмотрите, и рисунки оцените. А родители всегда нам идут навстречу. Вместе с ними мастерим разные поделки. Вместе с ними сказки ставим. Все вопросы мы решаем. 3 года я работаю в детском саду с детьми младшего дошкольного возраста. За это время заметила, что одна из основных проблем в этом возрасте – частые простудные заболевания. Проведя анализ заболеваемости группы, обратила внимание на то, что пик простудных заболеваний приходится на период, когда происходят резкие смены температур. Один из путей решения данной проблемы я увидела – закаливание организма. Задача закаливания – приучить хрупкий растущий организм переносить перемены температуры в окружающей среде. Закаливание – это система мероприятий, неоднократно повторяющихся в течение дня, месяца, года. В своей группе мы используем метод целевого закаливания. Он доступен, прост, не требует больших материальных затрат и времени, доставляет удовольствие детям, а самое главное – обладает выраженным оздоровительным закаливающим эффектом, играет существенную роль профилактики простудных заболеваний у детей. Метод целевого закаливания показан всем детям дошкольного возраста. Основной его принцип – постепенность. Начатые мероприятия не следует прерывать без достаточных на то оснований, иначе образовавшиеся условные рефлексы разрушатся. Забота о здоровье детского организма – это залог хорошего здоровья человека на всю жизнь. Пусть манит вас открытие непройденных дорог, в душе пусть разгорается желание огонек, желание сделать лучше. Такой привычный мир, ведь педагог для малыша, наставник и кумир. Считаю, что нет на свете должности чудесней, чем этот мир ребенку открывать. И счастлива сегодня в этом зале, что я могу об этом вам сказать.